Джорджик, молодец, можешь идти. Ты ведь тоже это видишь? А чего вы так удивляетесь? Джорджик всегда такой. Да ладно. Да, Джорджик отучил вас зад. Ему тут классно, как я заметил. Мы просто каждый день это 8 рок. Офигеть. Джорджик. Да, мы хорошие, я тоже тебя рада видеть, но я пока в шоке небольшом. Да. Джорджик. О, и Хлоя, видимо, тоже рад тебя видеть. Так, ну ладно. Джорджичек, наш хорошенький, как у тебя дела? Видно, тебе тут хорошо. Да, это заметно. Так, ну давай к доктору сходим пока что. Да, мы можем посмотреть за вашими собачками. Отлично. Тогда пойдем, Сьюзен. Да, пошли. Здравствуйте. Здрасте, мы хозяйки Джорджика. Ой, отлично. У меня как раз для вас много новостей. Так, ну начнем с того, что Джорджик у вас болеет. И вы это понимаете, да? И заболел он крайне ужасной болезнью. Эта болезнь называется рак сердца. Эта болезнь практически неизлечима. Но как рак сердца? В смысле? Вот так, девочки. Видимо, Джорджик ваш не из таких кроликов, которые переживут больше, чем 3 года. Ну как? Нет, Джорджик, ну он же такой хороший. У него же все хорошо было. Да, мы следили за питанием, за всем мы следили. Ну, видимо... Вот такая вот судьба у Джорджика. Большинство кроликов также, только единицы могут прожить больше 5 лет. Джорджик у вас прожил достаточно. Но мы, конечно же, всеми силами будем его стараться поддерживать его здоровье, и чтобы он у нас стал огурчиком. Видимо, Джорджик это тоже понимает. Ну, конечно, кролики вполне умные. Ну ладно. Ну, также лечение будет стоить немало денег, потому что все препараты стоят в районе 50 тысяч. Ну, давайте оплатим. Отлично. Так, по карте давайте. Угу. Вот. Все, так, оплата пришла. Спасибо за покупку. А я Джорджика мы вынужден еще оставить как. Как минимум на неделю. Блин, очень жаль, что мы не сможем Джорджиком время провести. Давайте мне его, я его отнесу. Пока, Джорджик, пока, мы к тебе будем приезжать. До свидания. Ах, ну что, пойдем? Угу, спасибо. О, девочки, что случилось? Джорджик, рак сердца. Это вы... Офигеть, это ж почти неизлечимая болезнь. Да, мы знаем. Но будем надеяться, что препаратов хватит. Ну ладно, мы пойдем. Потому что нам еще за другие места идти. Да, Чирок.
Надеемся, что у него все будет хорошо. Да, и удачи Джорджику. Спасибо. Угу. Рок, пока, хорошенький. Так, идем, заходим. Так, сейчас я положу зубные щетки на место. Так. И вот сюда. Все отлично. Пойдем, значит, мыть лапки. Да, угу. И так и переоденемся заодно. А то это уже все испачкалось. Угу, пойдем. Сейчас надо мне только поменять шляпу, а то я не пошла не в том, в чем хотела. Да, хорошо. Так, я пока пойду переоденусь. Короче, одевать сегодня будем. Не знаю, давай посмотрим, что у нас там. Но выбор большой, конечно. Так, ну, я не знаю, я, наверное, надену худи свое. Так, сейчас берем эту. Я вот это надену, сразу говорю. Ну, хорошо, а я надену тогда свое худи. Да, вот оно. Так, я еще очки надену. Вот я ободок надела. Все хорошо, давай уберем, что все, что у нас в туз осталось. И пойдем мыть лапки. Не, оставь в худи. Ну, хорошо тогда, буду в худи. Так, ну все, прибрались, пойдем тогда мыть собачек. Какое время, кстати? В зале нас осталось час до пар. Быстрей. Нам еще мыть надо их. Так, идемте, мои хорошенькие. Сейчас мы вас быстренько помоем. Очки пока сниму. А то мы пипец как опаздываем. Так, пойдем быстрее. Выходить уже, брать наши портфели. А ты собрала, кстати? Я нет, не собрала. Я тоже, давай быстрей. Так, давай быстрее выходить, а то мы опаздываем. Так, ребятки, мы уже пришли в наш университет. Да, сейчас пойдем заходить в нашу аудиторию. Пойдем быстрее, Салли. Угу. Так, всем привет. Нас никто не видит, отлично. Да, давай быстрее.